Ну, вы знаете, у меня вот много друзей ездили в Крым, и всегда они жаловались на высокие цены и отсутствие сервиса раньше. Вот. И несмотря на... Я вообще давно там не был, и могу сказать, что природа Крыма, воспетая очень многими художниками в первую очередь, ну и писателями, это понятно, но художниками, потому что ты видишь ее, она особенно вот в начале 20 века, да, ну это в первую очередь Коровин, Куприн, Кончаловский. Безусловно, это земля, которая вдохновляла очень художников. Вот, и я думаю, что она такой же осталась. Но, конечно, время идет вперед, и пришли новые технологии, новые услуги, и, конечно, к сожалению, этот курорт, он не соответствует современному какому-то нашему о нем представлению, в отличие от Сочи, да, или от Сочи, как правильно сказать, от Сочи. Потому что Сочи, я был на открытии Олимпиады и видел, и до этого бывал много раз, и видел, как это все строилось, и какие колоссальные усилия были, и как это все было вообще организовано. И я не знаю, как будет дальше вот развиваться этот курорт. Но, насколько я понимаю, многие, в том числе мои друзья, сейчас туда ездят и, в общем-то, говорят, что ну, круто там. Вот. И если так же будет в Крыму, если никакие внешние обстоятельства не будут этому мешать, то это, конечно, будет, я думаю, одно из самых красивых мест в мире и самых лучших мест для отдыха.